Причем в довольно простых ситуациях, не только когда команда атакует, но и вот в центре поля. Пароло, еще один удар с дальней дистанции, гол! Пароло, вот это гол, вот это удар. Первый раз помешал судья, но сейчас судьи рядом не было, поэтому Пароло пробил точно, и Массимо Фикаденти доволен. Ну и не меньше, а то и больше доволен сам автор забитого мяча. 1-0. 1-0, Чезена повела в счете. Еще раз смотрим. Здесь Джекирини снова обокрал защитника Сампдори. На этот раз не стал сам бить. Оставил эту возможность Пароло. И тот, смотрим, классно приложился в дальний угол. 1-0. Курчи немножко запоздал с прыжком. Ну а Пароло, забив гол, пытался вырваться и вырвался, в конце концов, из объятий партнеров. Еще одна атака Чезены. Джекирини теряет мяч. Ну вот так у нас острый сюжет, но заканчивается первый тайм, потому что я уже говорил о турнирной таблице, что в случае сегодняшней победы Чезены, наверное, Сампдорию можно будет причислять командам, которые